А я тут без новостей и анонсов решила продолжить. Кто увидит страсть, кто увидит попозже тоже страсть. Ребят, затянула меня игрушка, поэтому я просто буду продолжать играть. Как мне как-то раз сказал мой знакомый, говорит, ты просто бери, всего играть, бери и подрубай. Че вот ты, как бы, просто бери да подрубай трансляцию. Кто придет, посмотрит, кто не придет, не посмотрит. Вот и я как бы решила наконец-то последовать этому совету. Взять и просто это дело как бы подрубить. Кто придет, тот придет, кто не придет, ну, посмотрите потом, возможно. Но это не точно. Напоминаю, ребятки, мы играем в Ори. Вторая часть. И снова здрасте, ребята. Hello, hi, hello. Немножко мы отдохнули, перекусили, сделали рабочие дела, потому что кто смотрел предыдущую трансляцию, вы заметили, что у меня очень много вибрировал телефон. Мне писали с работы, поэтому мы сначала сделали все рабочие дела, а потом уже мы это дело продолжили. Ребят, сознаюсь честно, что я взяла ту сферу, которую не могла взять. Это прям парадоксально. После того, как ты сделаешь все дела, которые тебя отвлекали, успокоишь душу, поймаешь свой дзен, ты проходишь все, что ты не мог пройти до этого. Это прям вообще какая-то мега мистическая штука. Ну, как бы бывает. Все бывает, на то они и делаются, передышки. Я вон там, кстати, включила рычаг, ребят. Ой. Случайно ударила свою зайку. Я включила там рычаг. Не особо помню, куда мне надо идти, но куда-то нам идти надо. Нам надо идти на мельницу и спасать там все от... Ой, нифига себе, врезалась эта жопка летающая. Ой, я не то сделала. Ой, сейчас я получу по жопе. Сама же себя убью. Как не стыдно. Так, я должна спокойненько там вообще-то пролететь. Давайте, надо его по жопе навалять ему. Вот, чтобы... Смотрите, у меня уже 2983 вот этих вот волшебных вкусных штучек, которые я потом смогу обменять на всякие вкусняшки. Ту-ду! Так. Я уже не помню, куда мне надо идти и зачем мне надо идти. Но куда-то мне надо идти. Что у нас здесь? Давайте проверим, что у нас здесь. Так, это мы лазили вот тут. Нам надо благополучно. Нет, это мы сильно уже отдалились. Вот сюда нам надо. Чтобы сюда попасть, нам надо как-то вот в эти врата. В эти врата нам как попасть? Хрен бы его знал. Я уже запуталась, где у меня какие врата. Так, тут у нас типа вот эта бабайка, которая... Типа дом наш там. Там наша статистика и там наш дом. Мне бы, конечно, не мешало бы понять, как я сюда должна попасть. Через эти врата? Через эти или через эти? Вот оно, блин. Печаль, беда. Так. Пищ, иди сюда, давай. Стрельни в меня, стрельни. Ай, какая красота. Просто собираем все вот эти вот вкусные штуковины. Иди сюда, бабайка, я тебя сейчас наваляю. Так, что у нас тут? Тыкс. А, да, вот я вот тут вот не могла вот эту вот штуку взять. Я ее взяла благополучнейшим образом. Я ее взяла. Так, мы
это не туда. Нам надо как-то вот сюда. Хорошо. Ищем, значит, те двери, которые приведут нас туда, куда нам надо. Так. Ладно, возьмемся. Ух ты ж. Ля какая. Ля какая агрессивная шляпа. Давай, у меня же получалось. Опа. Как могу. Вот так могу. И так могу. Так. Где у меня тут врата были? Вот у меня врата. Так. Ой. Давай, иди сюда. Муха-цикатуха. Позолоченное брюхо. Ага, сама себя. Глупая. Глупая муха. Так. Я вот от этого цветочка не могу подпрыгнуть. Не могу подпрыгнуть. Но я к тем воротам подпрыгивала. У меня получалось. Так, мы вернемся сюда. Я еще туда куда-то сходила, взяла там одну руду. Я не помню, я куда сходила. Ай, ударилась. Вот это, короче, прям надо... Вот, опа. Надо тренироваться вот тут, чтобы все получалось. Я вон туда, в бок, в тот сходила и взяла там... Одну руду. Так, сейчас проверим, что у нас здесь. А, у нас, значит, там говорят по-испански. Блин, I'm sorry. I don't speak English. И вообще ни на каком языке я, блин, не говорю, ё-моё. Я тут всего лишь навсего играю. Ой, я попала туда, куда мне надо. Давайте поговорим с этой Мойки. Я не думал, что ходить в приключения так тяжко, особенно когда не во что положить. О, я ему отдам сумку свою. Мне же там дали сумку. Он туда положит свой... А, он мне даст свой старый мешочек с травами. Мешочек-то старый, а вот травы свежие-свежие. Зачем мне твои травы? Я смогу курнуть. Новый предмет для задания. Отлично. Какой длинный квест. Квест называется «Ты мне, я тебе» уже сколько-то там раз мы походили. И это все дело, блин, мы раздавали налево и направо и обменивались всякими штуками вкусными. Ох ты ж! Подожди. Подожди. Ты Злюкин. Злюкин. Вот так, на тебе. А! Блин. Надо было, наверное, это не делать, потому что, по всей видимости, вон туда, вот этой вот бабайкой я должна была разбить. А она, наверное, лестница у меня. Вот если я сейчас возьму и выйду и зайду. Лестница ли моя бабайка? Ребята, снова здрасте! Квин Хабло Испаньол! Испаньол! I love you! Так, вернемся. Родись. Блин, пожалуйста. Ну, ё-моё. Как обидно. Как досадно. Мне кажется, что вот эти вот камушки как раз должна была... Ай, ай, разбить. Вон та штука, чтобы я получила вот это. А может быть, я не права. Так, сейчас надо нам аккурат шмякнуться. Тык-тык-тык. Что-то у нас тут интересно, ребята, происходит. Ах, ай-ай-ай. Ой, как это? Как это волнительно. Так. А тут закрыто у нас, да? Тут у нас, наверное, откроется потом. После того, как мы что-то сделаем. Опа. Ой-ой-ой. Что такое? А, сумасшедший богомол! Тыщ, тыщ, тыщ. Ох, матерь божья! А!
Здрасте, приехали! Напинали, уехали. О, ребзи, нифига, их много! Турель, 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 мне нужна турель. Да. Откуда вас столько много? Я не готова была к такому повороту событий! Нифига себе, как их много! Ох! Я надеюсь, это все? Ох! Срань! Нифига себе! Я просто раздаю пиздюля. О, обезьяна! Это старая мельница, настоящий лабиринт. Но мешкать нельзя. Путь впереди не близкий. Хорошо. Не хочу обрести знания, а ты починить мельницу. И найти подругу, да? Удачи тебе. Не будем терять времени. Подожди, обезьяна. Обезьяна без меня куда-то там пошла. Обезьяна без меня пошла. Так. Мы что-то сделали. Запустили эдакий механизм. О, открылись ворота. Хорошо. Хорошо. Мы идем навстречу приключениям. Я и мой маленький Ори. Такс. Так, что у нас здесь? А у нас здесь... Страшно, вырубай. Так, не сюда, малыш. Опа, вот так. Так. Ой. Больно. Так, у нас рычаг. У нас рычаг. Хорошо, привет, рычаг. Мы тебя... Кручу-верчу запутать хочу. Это вот так называется. Это вот так называется. Хорошо. Так. Значит, сейчас мы возвращаемся. Возвращаемся куда-то сюда. Мы, наверное, должны... Мы туда подпрыгнуть. Ой, не туда, Катя. Катя, не туда. Опа, зацепись. Зацепись, зайка. Хорошо, отлично. Так. Сейчас надо аккуратно туда прыгнуть. О, и даже без зацепов. Сейчас надо аккуратненько сюда шмякнуться. Опа! Так. Подожди-ка. Ой. Ух ты ж. Блин, почти... Так. Вон рычаг, я вижу рычаг. Так, сейчас надо это сделать все очень аккуратно и правильно. Так, хопа, переключили. Снова кручу-верчу запутать хочу. Ты тяжело и в нервах прошел понедельник. Сегодня что, понедельник что ли? Реально сегодня понедельник, день великан. Так. Не, ребят, я не знаю, на самом деле как бы вообще игрушка прям фантастическая. Мне очень нравится. Опа. Так. Опа. Ай, сейчас мне будет больно. Ой. Ай-яй-яй. Так, где-то у нас должен быть еще рычаг. Где рычаг? Где-то, наверное, снизу. Сейчас мы все найдем. Сейчас мы все сделаем. Будет все по красоте. Так. Опа. Зацепку сделали. Ни хрена не понятно. Но очень интересно. Опа. Вот рычаг. Я нашла его. Его было не видно. Ребята, его было не видно. Я его не видела. Так, а теперь нам надо вон туда. Хорошо. Хорошо. Нам надо это сделать во что бы то ни стало. Так, и тут нам надо будет опускаться вниз. Опа. Так, а там внизу непонятно, что есть, чего нету. Чего нам стоит бояться, чего стоит опасаться. Опа.
А тут, возможно, вот так. Ух ты ж! Я как будто бы чувствовала одним местом, что будет именно так. Так. А теперь нам надо подпрыгнуть вверх. Опа! Ух! Ху-ху! Ребзи, получается! А чего? Где холодно? Где холодно? У кого-то холодно. Так, что у нас тут? У нас там ползающая какашка. Так, отлично. Давай, зацепку, зацепку. Ой. Ой. Ай. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Как это было сейчас страшно. Ой, матерь божья. Ух. Фу. А, ну вот, здрасте, была зацепочка, а я ее не увидела. Так, ну-ка, где мы? Так. А мы вон туда. Интересно, ладно, безинтересно. Короче, идем. Идем. Ой, матерь божья. Матерь божья, а так зацепишься? Так. Ах ты ж, ах ты ж, нет. Давай заново, заново. Ай, бляха, муха, фыр. Иногда получается, иногда не получается. Ну, как бы. Хрен там. Да ладно тебе, да почему ты? Да фыр. Так. Ах, подожди, подожди-ка. Оп, ах, фыр. Почти, почти. Не всегда все удается, ё-моё, блин. Нифига, у меня уже 3000 вот этих вот светящихся кругляшочков. Я буду их потом на что-то обменивать. Открываются еще одни ворота. Все тает и холодно. Печальная погода, когда все тает и холодно. Прям почти весна. Так, мы сюда спокойно идем, да? Мы сюда спокойно идем. А, ой, нифига, я не поняла сразу, что это. Вон штучку мы сейчас заберем. Мы заберем вон вкусную штучку. Главное сделать все правильно. Так. Железная игла. Вы нашли новый предмет для задания. Если положить эту иглу в воду, она укажет на север. С ней легко ориентироваться на местности. Интересно, это нам, наверное, потом на что-нибудь нужно будет. Не знаю. А может быть, и не нужно будет. Ну-ка, посмотрим. Нам надо куда теперь? Куда-то нам надо. А. Ну все, по всей видимости, мы в эти ворота и сюда попадем. А может быть и нет. Я не уверена. А что туда вниз, если? Та-та-та-та-та-та-та. Ой! Это мы сейчас где? А, это мы сейчас как раз аккуратно над воротами. Сейчас мы возьмем вот эту штучку вкусную. Та-дам! Та-ра-та-та-ра-та. На лыжах не покататься зимой в ночь. Обида, боль. Боль, обида, печаль, тоска. Так, подождите. Птичка, ты будешь со мной базарить? О, я нашла его компас. А, вот эта игла, это как раз был его компас. Отлично, ты у меня в долгу, птичка. Вот, держи, больше не в долгу. А что ты мне дал? А, вот эту вот тонну руду мне дал. Отлично, супер, замечательно. Мы сделали побочное задание. Ура, можно попрыгать. Ура, ура, снег есть полно. У меня тоже полно снега. У меня тоже полно снега, рыбсь. Приезжайте, забирайте. Так, значит, мы сейчас в каком-то непонятном центре. А нам надо куда? Нам надо... Где наша? Где наша штука? Мы же должны все запустить. Тихо, мельница. 47% сделано. Фига себе.
Куда же нам еще-то идти? Куда-то наверх надо идти. Идти колотить. А вот тут что такое? Непонятно. Очень непонятно. Так, тут я шарилась. А, вот сюда мне надо бы пойти. Тоже тут что-то, наверное, сделать и запустить. Ладно. Хорошо. Так, ну-ка, секундочку. Так. А нет, все нормально. Все хорошо. Идем навстречу приключениям. Тыкс. Так. Да, как раз я хочу попасть наверх. Зачем я хочу попасть наверх? Ой, это что там? Вот бабайка кричит, ругается. А пенечки спотыкается. Иди сюда, я тебя покараю. Злыдня, злыдня, на тебе поджопник. Так, хорошо, что тут у нас такое? Мы тут были, не были? Ах! Ух! Ой-ой-ой. Так, я ходила сюда? Я не помню. Ой! Ой! Там колючки! Ой! Ой, больно! Больно! Ля, нихера себе меня как колбасит-то. Так, Катюша, давай-ка мы не будем издеваться над маленьким. Ори, так. Я не помню, я сюда ходила или не ходила. Ну, учитывая, что тут серенькая, значит, я не ходила сюда. Надо это делать как-то понежнее, что ли. Он же все-таки маленький зайка. Ай, кошмар. Коньки устроят. Ну, коньки это тоже очень веселое и классное занятие. Так. Ой. Ах ты срань. Так. Допустим. Что у нас здесь? У нас здесь пусто. У нас здесь нету нифига. Тра-та-та-ра-та-та-та. Так, мы тут не сползем. Так, хорошо. Допустим. Допустим. Мы же наверх поднимаемся? Наверх. Отлично. Только у нас тут все в этих штуках. Ай! В колючках. В злобных, злобных колючках. Ай, все, сдохло. Ну, ёптыть. Тут надо вообще, блин, очень приналовщиться. Перхоть, его зовут Перхоть. Да, это маленькая перхоть, которую я всячески как бы тут обижаю. Владосе, я его обижаю. Все, опять? Да, Лёш. Не опять, а снова. Никогда не было, и вот снова, понимаешь? Ай! Держись, перхоть моя. Все, я его теперь буду называть перхоть. Я, в принципе, как бы... Ой! Так, да ёптыть! Я почти забыла о том, что он перхоть. Пока не напомнил мне об этом Владоська. Опа! Ах! Нет, малыш! А, вот-вот-вот-вот. Фух, можно перевести дух. У меня осталась одна ячейка жизни, Рэпси. Одна ячейка жизни. Хорошо. Нам надо... Не облажаться, ребятки. Ну, по крайней мере, мне как бы надо не облажаться. Вам-то как бы что от этого всего? Это же мои фейлы. Так, что там такое? Ничего, просто... Просто колесо. Колесо обозрения, ёпта! Так, хорошо, мы где? Мы где-то с вами наверху. Где-то мы наверху. Арррр! Арррр! Ну что, Лёш, ты заготовился? Провиантом, вкусняшками. Ох, долети, долети, пожалуйста. Всё. Пс. Ах, я не долетаю так. Ну, пожалуйста, перхоть моя маленькая. А я так не могу, мне так больно.
Я хочу туда долететь, а я не смогу. По всей видимости. Я, по всей видимости, не смогу, ребята, туда долететь. А, нет, смогла. Никогда не говори «не смогу», Катя. Никогда не говори «не смогу». Ты все можешь, у тебя все получается. Главное просто выдохнуть и все сделать. Награда за гонку. Какая-то награда за гонку. Ничего не понятно, что это было. Но мы что-то активировали, какую-то штуку. У меня разрядилась батарея на браслете. Отлично, я очень рада и счастлива этому событию. О! Кристалл, ребята! Усовершенствование притяжения. Вы получили новый осколок духов. С ним вы можете притягиваться к врагам. Для использования нажмите тап. Зачем мне притягиваться к врагам? К одному врагу за прыжок. Мне не надо, мне вот этот магнит надо. Клей. Выпей баночку соплей. Короче, у меня все нормально по предметам. Все то, что доктор прописал. Все то, что нужно. Так, вот сюда, по-моему, вот в этот огрызок я ходила. Что мне надо сделать? Что мне надо сделать? Мне надо исследовать полностью всю мельницу. И сделать все, чтобы... Чтобы у меня все заработало и водичка стала чистая. Ребятки, здрасте, кто возвращается? У нас был небольшой перерыв. О, Ори в роднике некогда была великая библиотека. Знания текли сквозь ее стены, будто вода. Теперь было и утеряно, а вода затихла. Хорошо. Мы собираем энергию. Давайте поговорим с обезьяной. Легенды оказались былью, дух. Библиотека родника, ты только взгляни, сколько тут знаний. Но есть здесь и еще что-то, какая-то нечисть. Чувствуешь смрад? Похоже, он доносится откуда-то сверху. Может, сходишь, проверишь? А что, ты сам не можешь, что ли? Я всегда готов помочь, если тебе вдруг вздумается. Усовершенствовать свои навыки. Ну, давай посмотрим, что ты можешь. Быстрое перемещение. Выберите колодец духов на карте и переместитесь. Да, блин. Да, ну, может быть, будет это умение у нас какое-то. А, нет. Не хочется просто так тратить. Просто так не хочется тратить. Ладно, 250. Херли. Была, не была. Материшься, сидишь? А чё ты материшься? В пылу работы чекнул YouTube, а тут это перхоть. Работать надо. Ну хорошо, я тебя отпускаю, Лёш. Ты, в принципе, можешь оставить там на фоне, чтобы я что-нибудь пиликала. Я буду не против даже этого. И работай. Я тебе разрешаю. Правда-правда разрешаю. Ребятки, здрасте-здрасте, всем привет. Мы тут продолжаем веселиться. Я ведь не всему смогу тебя научить. Например, тому, чего я сам не знаю. Логично, если ты не знаешь, ты не сможешь меня научить. Но я слыхала о месте, где хранятся знания, старинные знания духов. Но вход туда откроется только самым наблюдательным. Желаю удачи. Спасибо. Новый слух, нажмите тап, чтобы узнать подробности. А, это новое задание, по всей видимости. Это все. Это сюда, а вот тут вот я штуку не взяла. Это, по всей видимости, руда. Да, я пойду через эту руду, заберу ее и пойду сюда на задание. Yes, мисс Хентай, привет-привет. Здрасте-здрасте. Это я. Да-да. Что у нас здесь, ребята? У нас здесь колодец. Колодец, игра сохранена. Игра сохранена. Так, нам надо вот сюда наверх забраться, да? Хорошо. Ой, а у нас вон там, ребзи, посмотрите, у нас вон там энергия. Сейчас мы ее заберем из великой библиотеки. Ага, я не допрыгнула, я не смогла. Ну блин, ну Влад, ну если надо, Леша, работать. Ему еще надо 2.30.90. Даже, Леш? Даже.
Ах, хочу туда. А тут не за что зацепиться. Мне нужен тут тройной прыжок, по всей видимости, от которого я благополучно отказалась в свое время. Так, что тут мы имеем? О, вон штука, к которой я могу приклеиться. Так, а тут у нас что? Тут у нас какая-то хренотень непонятная. Ой, кристалл, кристалл, загадочное семя. Вы нашли новый предмет для задания. От него исходит тусклое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что это за семя. Какую-то семянку мы взяли, Репси, какую-то семянку. Ты хейтер. Дизлуцк поставишь? Ну хорошо. Блин, он такой забавный. А тут водичка чистая. Так, я хочу Репси вон туда. Я смогу на эту? Нет, не смогу. Маленькая перхоть, ты меня вон туда. Вот. Отлично. Что ж ты сразу-то этого не делаешь? Мы куда с тобой выбрались? Мы с тобой выбрались как раз-таки куда-то кверху. Кверху, наверху. Тут мы должны будем запустить, скорее всего. И тут нам откроются врата. Давно очень следят за моим каналом и всегда восхищаются моими работами и визуализацией. Вдохновляет. Спасибо. Ребят, спасибо за теплые слова. Всегда приятно на самом деле читать. Очень приятно читать такие комментарии. А что такое? Что это за жопа какая-то меня взяла? От нее и смрад воняет от нее. Смердит, пердит эта штука. Идем же, поспешим. Ну, убегаем скорей. Куда нам бежать? Почему нам надо бежать? Может быть, нам надо все-таки не бежать? По ходу дела бежать. По ходу дела нам надо бежать. Ох! Так. Непонятно куда. Я не понимаю куда. Господи, прости. Я маленький вообще. Я маленький человечек. Что тебе от меня надо, злая бабайка? Ах. У меня жизни-то так не хватит. Ох, Матерь Божья. Да хватит меня преследовать, злыдня какая-то. Какая-то злыдня меня преследует. Ребята, я сейчас захлебнусь. Меня нахрен снесло водой. Ну все, заново. Еще бы, блин, а это. Ах, Матерь Божья. Давай, в колесо. Страшно. Страшно, вырубай. Сейчас, прикиньте, мы застрянем на этом моменте. На стриме Катюша благополучно застрянет на долгие-долгие годы. Ах ты ж ёбаная жопа. Бегом, маленькая жопка. Бежим. Ах, пожалуйста. Бегом. Ой-ой. Поток воды, получено достижение. Толку мне от этого достижения? У меня тут жопа горит. Леша, запретить работу полностью.
Ребята, я... Нет, я не моушн-дизайнер на самом деле. Я вообще сервис-инженер. О май гад. О май гад, да, жарко, жарко. Вода снова течет чистая и быстрая. Смелости тебе не занимать. Да мне страху не занимать. И мокрости, вот мокрости, вот точно. Вот мокрости у меня в одном месте. Сейчас, блин, это было жестко. Так, лощина к волоку. Что нам надо? 47%, тихая мельница, возвращайтесь к волоку. Отлично, нам надо к той бабайке возвращаться. Хорошо, я очень рада. Задание обновлено. Так, ну-ка давайте еще раз проверим, где мы есть. Что у нас тут за флаг? Какой-то флаг. Ой, вот тут вот энергия у нас была. Мы не взяли. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот сюда нам надо вернуться. Обалдеть. Так, и чё? Я теперь могу, наверное, как бы плавать? Да, Репси? Так. Это мы где? Это мы вот тут. Ладно, мы сюда не пойдем, где меня там смущала энергия, да? Ты мне, я тебе. Моки отдавал вам мешочек с травами. Хорошо. Нам надо найти того, кому эти травы пригодятся. Ну, в принципе-то мне и самой эти травы пригодятся. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, давайте вот эту жопку еще убьем. Так, а у нас там же ж... Теперь, ребята, чистая вода. Нам... У нас вон там... Мы... Может быть, куда-то должны сходить? А куда мы там должны сходить? Нет, мы сюда не сходим, потому что у нас тут... Как бы закрыто. Нам надо колючки как-то убрать, а потом мы сможем там посетить тот уголочек. Так... Ну давайте посмотрим, что у нас тут за рыба. Какая-то рыба. Ой. Ой, ой, ой. Я взяла энергию Ребзи. Тут как бы проблематично. Тут надо дышать. А как, если... Так, надо жамкать на пробел, и тогда я буду плавать быстрее. Так. Так, непонятно, тут мне надо плавать или не надо плавать. Ну-ка, давайте-ка карту посмотрим. Блин, а там можно сплавать, там что-то, наверное, есть. Ёптить. А, интересно, будет... О, воздух есть, есть воздух, есть воздух, есть воздушный карман. Давай, 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 давай. Вот, вот она, руда. Вот она, нам нужна руда. У меня уже 6 штучек, ребята, а мне надо 9. У меня надо 4 и 5. Мне надо 4 и 5. Хорошо. А туда мне можно пробраться, нет? Ну и фиг с тобой, штукенция. Так, а еще мне вон туда можно дальше сходить. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, что там. Давай, давай, давай. Опа. Ах! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Ой, взрывающаяся жопа. Ох. Так. Ой-ой-ой. Ох, нифига я летающая. Я прям как... Ниндзя какая-то. Так, ну-ка, а мне туда вообще надо? Там что-то есть? Я даже не знаю, там есть что-то или нету там. Так, вот это вот... Так. Там что-то было. А, ну да, отлично. Я очень счастлива, там какая-то непонятная штука. Надо сделать наверх турельку, турельку, турельку. А, все что ли? Ёптать, у страха глаза велики просто, Ребзи. У моего страха велики глаза. Все более-менее обошлось. Так. Какой-то краб, видите, мистер Крабс. Опа. Ах! Не стреляй.
А я в нее не стрельну. Сдохни или умри, вонючка. Так, а там что такое? А там, по всей видимости, энергия. Я тебе пульну! Жопа. Ой, там... Так, ладно. А если я хочу вот эту жопку убить? Я тебе стрельну. Ах ты, жопа, в меня попала. Какая она плохая. Какая она... Сейчас я в нее стрелами. На тебе. Так. Я хочу. Ай! Какая злобная. На, я хочу вон ту штуку. Это, скорее всего, энергия. Ну, фыр. Пока что не могу. Давай. Звай, бабайка, давай. Сделай. Сделай свой плевок. Ну, давай, плюнь. Я тебя дразню. Не срабатывает, ребят. Надо вот так. Ой. Да в рот тебя копать. Жопа драная. Ой, какие-то тут плюющиеся жопы. Которые хотят мне сделать... Ам-нам-нам. По всей видимости, мне... Может быть, сюда не надо? Но я, блин, хочу. Мне вон тот элемент, кажется, очень нужен. Зацепися. Пися. Так, ну что? А, вы про работу разговариваете. Хорошо, ребят, разговаривайте про работу. Я не против. Я пока тут веселюсь. Свое удовольствие. Сейчас я проверю тут. Блин, а туда вниз все-таки что-то есть. Ну да, и вот он элемент. Ладно, хрен с ним. А! Ой! Ой-ой-ой, надо подышать, надо подышать! Все, фигня, давай по новой. Надо, чтобы он плюнул. Давай, плюнь, плюнь, мне надо разрушить. Ах! Подышать, подышать, господи, слава тебе, господи. Мой маленький, маленький мой Ори. А, вон сфера, сфера жизни. Там нас ждет сфера жизни. Это у нас что за срань? Давай, 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 подымись, подышать. Так, что такое, зайка? Что тебя тревожит, мое солнышко? Надо вон ту жопку убить. Ты хочешь вон ту жопку убить? Тыкс. Так. Угу. Что-то, наверное, тут должно быть где-то. Нам туда как-то, наверное, надо будет забраться. Что у нас тут такое? Блин, красивая на самом деле природа тут. О, а какая-то тут... Что это такое? Ой, а вон штучка. Ребзи, вы видели вон штучка? А я не могу сюда. Вот жопа. Все, я сейчас... А нет, я подышала. У меня была возможность подышать. Так, давай, плюнь. Так, надо подышать. Ла-ла-ла-ла. Ах ты жопа. А,
вот тут никак не разбить. Ой, я сейчас все, сейчас я не смогу. Давай, плюнь, 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 плюнь еще. Скорей, скорей, скорей. А, все, а, мы утонули. Давай, плюнь, плюнь, плюнь сюда. Плюнь сюда, жопа драная. Давай, 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 подышать, подышать. У-ху-ху-ху-ху, подышали. Так, наверное, нам надо сейчас отражать вот в эту вот жопу. Давай. Раз. Отлично. Давай, давай, давай. О, у нас запустилось колесико, Ребзи, у нас запустилось колесико. Давай, 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 скорее, 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 маленький мой. Давай, ты почему так медленно плывешь? А, потому что я дура. А, блин, чуть-чуть не успела. Хныки, хныки, давай. Давай, зайка, давай, плыви. Плыви, мое солнышко, ура. Так, сейчас нам надо будет забраться на... Вон туда. Для этого нам надо встать. Так, для этого нам надо выпрямить руки. Пойду-ка я схожу до забора. И выпрямлю об забор руки. Опа! Ху-ху! Ху-ху! Е-е-е! Так, что у нас там такое? Травка? Это травка? Это смайлик с травкой, ребята? Так, я где-то вот здесь. Вот тут я не взяла штучку. Ладно, ну и фиг с ней. Мне надо, наверное, вот сюда куда-то. Либо вот сюда. Так. Ой, прости, малыш. Я сделала бобо. Я, по всей видимости, не могу туда. А что у меня в ту сторону? А в ту сторону, скорее всего, я шмякнусь опять просто в воду. И зацепиться-то не за что. А мне, наверное, вот сюда бы надо было бы. А, тут колючки, Ребзи, ни хрена себе, тут колючки. Как-то можно вот тут вот пролететь, чтобы... Там же вы видели, там вы видели какая-то штукенция. Я не могу сюда... Ой, нифига, как меня быстро съели. Вот сранька. Ладно. Хорошо, допустим. Тогда, по всей видимости, если я сюда не могу попасть пока что, я пойду вот сюда. Ой. Ой. Подышать, подышать. Так, вон туда, наверное, надо. Давай. Ах, не туда. Опа. А, это тут мистер Крабс этот. Который... Нифига, что он делает, ребята. Ах, подожди. Подожди. Тут еще и ёптыть. Все подряд. Господи. Тут прям вся сборная солянка. Ой, нифига себе, что я вытворяю. Я взяла зато вот тут штучку, Ребзи. Ой, нифига, что творю. Вы видели, да, что творю? Вы видели вообще, как я раздаю? Нифига себе. Как неожиданно. Даже для меня самой. Я взяла штучку. Нифига прикольно. А мне все равно по-любому, ребят, надо вниз. Как бы смысл, что я тут распылялась и делала ротаташу, когда мне надо все равно благополучно возвращаться вниз. Давай, 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 малыш мой, давай, 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 солнышко. Так, нам надо с тобой, чтобы в нас кто-нибудь плюнул. Давай, плюнь сюда. Плюнь сюда, скотинёшка. Так, не получилось. Давай еще раз, давай еще раз. Ну, фырки, 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 фырки. Давай, 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 давай. Изничтожь мою маленькую перхоть. Да ты плюйся ровнее. Что ж ты как немощь какая-то.
Давай, я здесь. Я здесь. Ля какой. Жадный наплевок. Давай, 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 давай. Фыр, ёптыть. Давай. Давай вся фигня, давай по новой. Куда ж ты там плюешь-то, непонятно куда, жопа драная. Давай еще раз, еще раз, еще раз. Как-то вот так надо. Давай. Ах ты ж жопа. Сдохни. Блин, а там по-другому никак? Ну никак. Ну вот так мне только. Мне же, наверное, вот тут надо исследовать. А может, блядь, и не надо. Может, мне надо вот сюда вот вернуться? Это значит, мне надо что? Это значит, мне надо поверху пройти. Нифига, что вытворяю. Вы понимаете, Репси, что я вытворяю? Вообще просто как боженька. Ой! Ах! Ай-яй-яй, все, я. А-а-а! Жопка. Так. Ну да, мне вот так. Мне надо вот так. А там не очень удобно. Там прям, я бы сказала, вообще неудобно. Там вообще это сделать, мне кажется, нереально. Через вон ту фигульку надо как-то... Надо как-то прыгнуть. Вы видели? Там все в шипах. Там все в шипах. Там все покрыто. Просто... О, я смогла! Да господи, вот... Катерина, никогда не говори... Не смогу. Давай подышать надо, подышать надо. Вот, умница. Так, а туда нам не обязательно. Так. Тут мы взяли штучку-дрючку, которую мы хотели взять. Так, нам надо сейчас вот здесь. Тра-та-та-ра-та-та-та. Давай, давай, зайка! Уи! Ай, ты нифига какая от него волна просто. Все, хорошо, нам сейчас вот сюда. Нам сейчас вот сюда. Что тут за такая штука? Вот эта штука. Что такое за штука? И вот сюда мы сейчас пойдем. Так. А, ну тут отлично. Тут мы просто вот так залезем. Вкусно! О! Жопа плюющаяся. Так, а это мы куда выберемся? Это мы куда-то наверх сходим. Я не знаю, но давайте сходим. А мы тут не ходили? Мы тут разве не ходили? Нажмите Е, чтобы войти в боевое святилище. Что за святилище у нас тут? Что это еще за боевое святилище? Ну-ка, давайте проверим, что это такое. А-а-а! Бешеные крабы! А, это фарм, Репси, тут фармить, значит. Это у нас фарм-площадка, по всей видимости. Сдохни или умри. А как выйти отсюда? Давай, турелька, турелька. Да сдохни ты уже, мистер Крабс, непонятно, как тебя убивать. Ой. Ой, ой, все, я умерла. И что мы тут? Нет, я не хочу в боевое святилище. Я не пойду туда. Так. Хорошо, мы идем просто спокойненько. О, боевое святилище. Охренеть, просто вообще жуть какая-то. А, моя бешеная белка! На тебе! На тебе, жопа! Ха-ха! А, это мы вернемся сейчас. Тут у нас медведь спящий. Репзи, тут же у нас медведь. А медведь у нас нечем медведя пощекотать. Если только ему... Я не знаю. А, ему ничего не ударишь, ничего не сделаешь. Мишке пофигу.
Мишка просто спит. Прости, Моки, я к тебе вернусь попозже. Мы сейчас пойдем вниз. И будем там внизу делать. Ах! Ты жопа. Ах, нет! Ай! Бляха, муха. Да ты срань. Я не пой... Подождите, я не туда пошла, дурочка. Давай, полетели. Так обидно, так досадно. Ну как бы, ладно. Да хватит в меня тут плеваться, ёптить, со всех сторон заплевали бедную Катю. Надоели, плюются и плюются, бессовестные какие. Ух ты ж! Здорово! Так, не долетела. Вся фигня, давай по новой. Так, да почему я не долетаю туда? Там, видимо, совсем тусклый свет. Ой, мамочка, больно. У меня осталась одна жизнь. Да фыр, Катя. Тут же можно аккуратненько. Все, пиздец, нельзя там аккуратненько. Золотек. Хай. Хеллоу. Мы вернулись. Это безумие. Это безумие. Мы продолжаем. Мы продолжаем этот бой. Мне кажется, что тут как бы, ну, тусклый огонек. Да и хрен бы с ним. Ну вот, сейчас же получилось, ёптать. Почему тогда сразу не получалось? Зачем надо вот столько страданий, чтобы я терпела? Так, эта штука у нас с нашей статистикой. Моки, привет. А мы что-то хотели? А, здравствуй. А, нет, это который хотел бы шляпу. Но шляпы у тебя нету. Ну, нет у тебя шляпы. Так, вот эта штука. Штука здесь, которая нам хотелось что-то продавать. Так, значит, мы хотим посмотреть, что у тебя за осколки есть. Единичка. Блин, тройной прыжок. По ходу дела мне придется покупать тройной прыжок, ребята. Сбор энергии, сверхзаряд, обмен. Ну и все. Осталось 2248 штучек. Какой кошмар. Так, это у нас что? Искусство боя. Подрезание крыльев. Так, это мы все смотрели. Это нам не нужно. Есть одно место. Там ты научишься извлекать из своих осколков все возможное. Ну, возможно. Я не знаю. Оно находится в роднике. Это старинное святилище для духов. Говорят, что духи использовали сразу много осколков. Возможно, получится и у тебя. В смысле, ёптать, получится у меня? У меня всего лишь три дырки. Три дырки у меня, ёптать. А еще вон сколько возможно всяких понавставлять. Так, а сколько у нас руды? Так, этой бабайке надо... Этой бабайке надо, чтобы мы сделали ему домики. Давайте поговорим с этим. Вот уж сюрприз, так сюрприз. Я не видал настоящей руды. Да как не видал? Видал. Я же тебе уже приносила. Я сдержу слово. Список проектов. У меня 6 штучек всего лишь, ребята. У меня всего лишь 6 штучек. Капитальный ремонт или... Че вот первым делом убрать? Моком помогать или убирать вот эти вот колючки? Ладно, давайте домики сделаем. Давай, делай домики, ёптать. Помогай маленьким лемурчикам. Отлично, прямо сейчас и начну. Давай, изобретай домики. Сделай доброе дело. Ой, а мой помогает, смотрите. Малыш Ори помогает, что-то там ковыряется. Мика, ё-моё, блин.
Домики Моки как новенькие, и ремонт им еще долго не понадобится. Мы, горлики, строить умеем. Молодец, хорошо. Блин, список проектов. Открылся еще проект. Крыша над головой. Надо построить еще несколько домиков. Вон на том большом дереве у костра. Обосраться вообще. Блин, до того мне надо сейчас 11. Да хорошо, конечно, ёптать, я рада. Я безумно рада. Вон там, что ли, они хотят что-то построить? Так, давайте сделаем сейф. Хорошо, мы сохранились. Мы полны сил, бодрости, энергии. Так, мы тебе что-нибудь должны, нет? Птичка. Так-то лучше. Теперь в полях течет чистая вода. Конечно, потому что Катя все сделала. Может, мне, говорит, рыбалкой заняться? Полагаю, это все твоя заслуга. Моя. Когда узнаешь, как разобраться с остальными бедами, расскажи. Когда земля покрыта пеплом, как в том погибшем лесу на востоке, бродить по ней не так-то просто. Эх. А когда кричащая тень отправляется на охоту, умные пташки сидят в гнездышках. Ну хорошо, обосраться, я рада, блин, что умные пташки сидят в гнездышках. Куда мне надо-то, ёпта, теперь? А вот тут у меня штучка с энергией. Фырки-фырки. Мне вот сюда, что ли, благоустройство полей понемногу отстраивает штучки, дрючки. Мика, все нормально, там и правда всего 3 дырки. Да, да, Леша правильно говорит. Артур, все правильно, там всего лишь 3 дырки. И дело там вообще как бы не в том, что это я, миссис Пошлячка года. Там правда 3 дырочки. Как бы это ни звучало. Так, обезьяна, мы с тобой все устаканили, нет? Хорошо, что мы оба целы и невредимы. Ты там только книжки читал, ёптать, обезьяна. И к тому же нашли то, что искали. Ну и оно само нас нашло. Меня впечатлить непросто, но должен признать, что я тебя недооценил. Конечно, ты меня недооценил. Если тебе понадобится моя помощь, только скажи. Хочешь отточить навыки? А чего ты мне можешь дать? Скоростная турель. Удар духа. А это что такое? А это у меня турелька моя. Вместо нее купить что ли скоростную турель? Турель стреляет быстрее. Там это как бы не особо нахрен мне помогает. Остановитесь! Стоп! Стоп, боже мой. Да, Микуся, все нормально. О, какая-то штука. Смотрите, какой-то суслик. Тали. Суслик какой-то. С тех пор, как мне пришлось бежать из замерзшего сада после бури, я повидал немало странного, но дух. Родные мне вас рассказывали. Такие, как ты, когда-то обитали в краях, где меня зовут чужаком. Я, конечно, не жалуюсь, я уже почти забыл, каково это чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Как успехи, дух? Получилось найти семена? Ну, у меня там... У меня есть какая-то семечка же. Лунный синь. Ну, на, возьми семечку. Тогда приступим. Приступай. Я не против. Садовод-огородник, ёптать. Все хорошо, да, все хорошо. Микуся, все хорошо, успокойся. Знаешь, как луна притягивает воду, вызывая приливы и отливы. Эти занятные растения все еще. А, тоже все притягивают. Отлично. Я рада. В нашей избушке на столе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки. Не хочешь еще немного поогородничать? Я как бы хочу, но у меня больше нечем огородничать. Ничего страшного, ну, как бы, ладно, хорошо, я вернусь к тебе. Озеленение полей, побочные задания, господи, Ребзи, очень много заданий. Тут безумно много заданий. Хорошо, хорошо. Тут у нас Моки сидит. Давайте мы сейчас попробуем. Так, я хочу туда допрыгнуть. У меня получится или не получится? Я же... А, Ребзи, погодите, погодите, погодите. Так, осколки духов, Е. Так. Сбор жизней. Тройной прыжок. Это получается, прикиньте, это получается, мне надо от чего-то отказываться, чтобы у меня был тройной прыжок. Ёптеть. Но зато
Зато. Возможно, Ребзи, оно того стоит. Возможно, оно того стоит. Тройной прыжок, это круто. Это нифига себе, как круто, ребята. Так, как-то вот туда хочу я, к тому Моки подняться. Как мне к нему подняться? Пока что никак, по всей видимости. Фига я вообще что творю? Ребзи! Ну нет, я не могу туда залезть. Да и хрен с тобой. Ладно, идем дальше. Тут у нас озеленение полей, тут у нас благоустройство. Тут, блин, тут у нас вкусняшка, тут у нас вся семья в сборе. Так, погодите, а мы же... Нам же... Мы же домики-то построили частично. Даже? Нам надо теперь поговорить с обезьянкой. Где наша обезьянка? Обалдеть! Нажмите Е, чтобы поговорить. Гром построил славную хижину. Славная хижина и живется славно. Если двинешься на восток, передай моим родным, что я нашел нам новый дом. Они живут в тихом лесу, в первой хижине у входа. Я заплачу за помощь, а еще тебе понадобится этот ключ. Лес уже не такой тихий, как прежде. А что за ключ? Какой-то золотой ключик. Ключ от хижины. Вы нашли новый предмет для задания. Это деревянный ключик от двери хижины у тихого леса. Я уж счастлива. Вся семья в сборе. Задание обновлено. Сколько же заданий, ребят, побочных? Очень много заданий побочных. Но оно того стоит. Оно того стоит, Ребзи. Мне нравится. Нифига у нас уже... Вы видели? У нас уже какой... Какая карта большая. Сколько мы уже исследовали. Нам вообще надо... А, вот тут вся семья в сборе. Нам вот сюда надо. Вот сюда нам надо вернуться. По основному заданию идти. Соответственно, нам сейчас надо... Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ладно, все, погнали. Не будем разглагольствовать, а то мы так будем вечно проходить. Так, чтобы пере... Я могу переноситься, ребята. Серьезно? Нет? Это чё? А-а-а, серьезно, могу переноситься? Офигеть. Офигеть. Уже 20 минут настраиваешь тени в текстуре. Такими темпами продуктивность в работе никакущая. Потому что бросай работу, Лёш. Бросай это дело. Все хорошо, я тебе завтра разрешаю доделать. Не переживай, все нормально будет. Я, конечно, не обещаю, но должно быть все нормально. Ребзи, у меня теперь есть... А, наши любимые сраки, сумасшедшие. Че ты, че ты, че ты? А, жопа, жопа. Так. Что тут у нас? Так, там мы хотим... А, я не допрыгиваю, что ли? Я хочу... Ах ты ж, бляха-муха. Вон там энергия. Нам надо, чтобы... Вот так. Ах, ух! Ой, тут Моки, 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 Моки. Нажмите Е, чтобы поговорить с Моки. Привет! Тот ворчливый птиц сказал, что все Моки благодарны тебе за помощь. Видно, лопоухость не мешает тебе заводить друзей. Это из-за того, что я лопоухая. Так, погодите. Это у нас... Это у нас... Тут мы были. Я хочу вот эту энергию забрать. Там мы были, и там в нас плевали. Ух. Ух. Так. Ай. Ай-яй-яй. Ай, блин. Ёпты, я так старалась. Я так старалась, ребята. Так. Все, фигня, давай по новой.
Сейчас надо просто сделать все. Опа! А Катюша молодец. Можно поаплодировать стоя. Можно сидя. Иди сюда, бешеная, бешеная белка. Полубелка, полубогомол. Так, я хочу. Так. А мы туда ходили? Да, мы там были. Я там лазила, по-моему. Я же там лазила? Да, вон там штучка, я ее собрала. Так, хорошо. Идем. Идем вот сюда, поверху. Вот, вот сейчас по вот этим вот плюющимся вонючкам будем. А, я теперь вообще по красоте могу передвигаться, ребята. Ой, а вон там? А вон там у нас, вы видели? А вон там у нас... А-а-а, нифига себе! Крутяк! Как вкусно! Так, не в ту сторону, не к тому присосались. Ай, давай, загорись. Да нет, не ты, вот эта штучка должна загореться. Она сейчас должна загореться. Когда я появляюсь, они становятся ярче, как мне кажется. Да. Ой! Давай, опа! Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, все, мы идем. Мы идем к этой лягушке непонятной. Мы сейчас ей расскажем, что мы сделали доброе дело. Привет, лягушка. Приветствую тебя, дитя. Привет. Привет, лягушка, привет. Моки говорят, благодаря тебе вода вновь научилась течь. Да, правду говорят. Смрад, что прежде одолевал родники, исчез. Жители топи перед тобой в долгу. Да. Путь в тихий лес на востоке открыт, но будь начеку. В лесу живет та, кого Моки называют Крик. Ее сердце камень, ее голос боль. Надеюсь, ты отыщешь свою подругу раньше, чем она. Мою маленькую Ку там обижают, что ли? Найдите Ку. Нифига мне куда идти. Тут, значит, вся семья в сборе, а сюда идти мне мою маленькую Ку. Хорошо, задание выполнено. Я очень рада. Пропавшая подруга, новое задание. Так. Ну, шик, фантастик, конечно. А мне... А тут болото вонючее? О, я тут... Ой-ой, страшно, вырубай. Какая-то тут жуткая водица. Но там что-то, наверное, есть. А вот тут вот, вот она. Энергия у нас тут, Ребси. Там подышать есть? Подышать, подышать. Вот! Ребзи, мы получили эту руду. Эту вкусную руду мы получили. Отлично, энергию взять. А теперь по-бырому. Мой зайка. Вот надо как-то больше, чтобы было. Больше, чтобы было. Воздуха, воздуха больше надо. Больше воздуха. Так, хорошо, руда. Руда, мы взяли руду. Надо больше воздуха. Ух. Это очень интересно, ребята. Кто не играл, обязательно поиграйте, пожалуйста, в эту игрульку. Она очень завораживает. Пожалуйста, пожалуйста, мой маленький Моки. Ух.
Ой, господи, это не Моки. Почему я хочу его Моки назвать? Он не обезьянка ведь у меня. Он же не обезьянка, он маленький Ори. Так, а у нас еще вот тут что-то. Еще вот тут что-то. Нам надо сходить. Что у нас здесь? Подышать. Там тоже у нас сосуд с энергией. А вкусняшек нету никаких. Так, а нам надо, походу, делать сюда рыбу заманить. Рыба, иди сюда. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты, но только ты. Давай, иди сюда. Да чё ты выкобениваешься? О, это пиранья какая-то, ребзи, это какая-то пиранья. Давай, иди сюда. Ой, как-то по итогу не так вышло. Ой, вот так забралась. Уи! 366, ребята. Я могу всякие вкусняшки себе брать. Ёптыть. Как это все волнительно. Опа. Что там, что там? Собирался как раз покупать. Как ты узнала? Что ты собирался покупать? Игрульку? Вот эту игрульку ты собирался покупать? А что сосуд? А я не знаю, что сосуд. О, мельница проснулась, вода снова чистая. Мельница живет. Вода бежит. Теперь можно рыбачить и плавать тоже. Можно, конечно, Ребзи, можно. Я все сделала. Я все сделала по красоте. Так, что мы тут имеем? Плюющуюся жопу мы имеем тут. Так, нам надо вот так. Тык-тык-тык. Хорошо. Так, а давайте мы сначала... А, тут у нас ни хрена нету. Эта жопа нам понадобится, чтобы потом подняться. А подняться нам зачем, если мы как бы... Ай, не кусайся. Не кусайся, бяка противняка. Опа. Так, что мы тут имеем? Мы там имеем ребзи сосуд. И я туда никак, по всей видимости, что ли, не допрыгну. Там не сосуд, вернее, а ячейка. А там есть где-нибудь какая-нибудь штука зацепиться? Нет? Обидно, досадно. Мне надо вот эти вот тогда убрать штуки, по всей видимости. Нам же этот говорил, что надо убрать. Ах ты ж, ёб твою же ж мать. Давай, стреляй. Да ёптыть. Ну, Катя, ну что ж ты такая ватрушка? Мы захлебнулись. Так, давай, погнали. Ну, Коська, а там что у нас? Ничего, блядь. Не надо меня кусать. Я не готова, чтоб ты делала мне кусь. Злобная штука. Давай, плюй в меня. Ну, как-то это не то. Плюй, плюй, собака серая. Ну, да фыр, ёптыть. Давай, плюй, плюй, скорей, скорей. Не ешь меня, плюй. Ай, опять захлебнулась. Beautiful game. Ну-ка, подождите, подождите. Подождите, я хочу обязательно это перевести. Я хочу это перемести. Перевести, перемести. Привет, в эту красивую игру для тебя. А, да, красивая игра, играешь, но мне нравится слушать Miss Hentai Music. Вот так вот, по роту ладошкой. Good game, bye, thank you very much. Zikro, thank you. I love you so much. Я как бы, я сама справилась. Я перевела, что мне хотели сказать. Но единственное, я не смогла нормально, полноценно, адекватно ответить.
Так, давайте. Все, фигня, давай по новой. Плюй, плюй в меня, жопа драная. Плюй в меня. Давай, 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 подышать. Уф, уф. Давай, 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 давай. Опа. Ах. А вон туда мы не дотянемся, что ли? Так, значит, вот эта срака в нас должна плюнуть. Ой, ёптыть, не так. Давай, плюй, плюй, плюй. Блин, не дотягиваемся, Рэмси. Мы не дотягиваемся к этой штуке. Я работу не отбираю. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Так. Блин, ну я хочу, чтобы ты по-другому сделал это. Сделай это по-нормальному. Давай. Блин, не дотягивается жопонька. Опа. Давай. Вот, получилось. Да ты ж моя умничка. Ты ж мое солнышко. Ай, ты молодец. Кто молодец? Я молодец. Я молодец. Я молодец. Ой, класс, ребята. Все, сейчас мы тут, значит, найдем. Какая страшная. Берегись, Ори, в этом лесу мы незваные гости. Лес — это ее владение. Какая страшная штука. Хорошо. Ёптать. Какая она страшная. Смотрите, это мойки застывшие. А как так-то? А! Бедняжки. Как же жалко их. А? А тут у нас... Тут непонятно. Там должен быть домик. Большая злая птица, да. Большая вообще какая-то штука. Так, что мы тут должны делать? А, колючки, это колючки. А тут какое-то смородящее болото, от которого мне плохо. Так. А вот тут как бы вся семья в сборе. Найдите Ку. Разыщите его семью. И позовите в новый дом. Как бы ладно. Я не знаю только как его. А я смогу, интересно, на этих... О! Нифига себе. Опа! Так. Допустим. Допустим. Это интересно. Вот тут у нас как бы, по ходу дела, задание-то, наверное, должно. Так, короче, надо по вот этим пердящим пузырям передвигаться. Пердящие пузыри. Смешное название. Так, ах, ах. Так, допустим, допустим. Надо теперь туда. Так. Допустим. Где-то мы... А что у нас там, в той стороне? Ух ты ж! Ух ты ж! О, еще вон эта штучка. Мы сделали еще один портал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Еще раз восполним всю энергию, все здоровье. Yeah. Офигеть, 3200 у меня уже этих штучек вкусных. 3200, нифига себе. Какая же я крутая, а? Нифига, как я классно передвигаюсь. Ой, смотрите, это Моки.
Нажмите Е, чтобы поговорить с Ки. А, дух несущий свет. Здесь, в моем саду, таким как ты, не место. Деревья нуждались в вашей помощи, но так и не получили ее. А теперь оглядись, видишь, мой сад погиб, превратился в камень, рассыпался горьким прахом. Осталось лишь одно деревце, а? Даже оно охвачено недугом. Уходи из этих владений смерти, да, уходи, как и другие духи до тебя, разве что ты сможешь исцелить мое последнее дитя. Возьми его отравленную ветвь. Дух, несущий свет, отыщи целителя природы и искупи предательство духов. Безжизненная ветвь. Вы нашли новый предмет для задания. На вид эта ветвь серая и безжизненная. Новое побочное задание. Найдите того, кто хорошо разбирается в деревьях, и отдайте ему палку. Привет! Здрасте, здрасте, ребятки! Чмоки-чмоки в обе щеки. А что у нас тут? Что у нас тут такое? Ой, там штучка. Надо наверх подняться. Надо снова Ребзи подняться наверх. Блин. Как печально. Я хочу ту штучку получить. Если бы я знала, что там будет... Та вкусняшка, я бы поаккуратнее передвигалась бы. Я же только так смогу наверх снова подняться. Видите, вот эта штучка. Ай, куда я, зачем я? Вот эту штучку я хочу. А тут, блин. Мойки где-то тут должны быть. Где они тут нафиг? Непонятно, где они тут. Жопы пернатые. Ладно. Сейчас мы будем... Сейчас все фигня, давай по новой. Ой, бляха-муха, все. Утонула. Прошу простить, пишет Никита, но мне нужно откланяться. Всем приятного просмотра. Спасибо большое, Никит, тебе хорошего вечера, хороших дел. Спасибо, что заглядывал. Пока-пока. Где брать лицензию на музыку? Ой-ой-ой, какой интересный вопрос. Какой интересный вопрос. Лицензию на музыку. Простите. Смешно. Нет, конечно, не очень смешно, но... Смешно. Так. Нам надо пробираться по этому пердежу опять. Так. Значит, ага. А сюда что у нас? Ой. Зачем я это сделала? Где я разражусь? А, слава Господи, что я здесь разражусь. Давай. Так. О, пропавшая подруга. Точно, нам же... Надо же нам найти нашу маленькую... А, бляха-муха, промазала! Давай. Ай! Поторопилась! Давай. Пузырик. Так, сейчас там пузырик лопнет и заново сделается. Которую под видео пишут. Да вы просто, блин. Просто вы должны договориться с автором трека, чтобы вам по жопе не надавали. Так, как-то нам надо... А мне вон туда наверх, интересно, надо? Что там у нас наверху? Надо на пузырик. Вставить ключи, ну-ка. А у меня нету ключей-то, ёптеть, у меня нету ключей. А где ключи тогда?
Так. Допустим, это ключ. А где второй? А где второй ключик? Где-то должен быть второй. Это не так неинтересно, Рэбзи. Так неинтересно. Так, пузырик, давай, пузырик. Новый пузырик, жирный, толстый пузырик. О, вот ключ! Нам надо теперь строго по пузырикам. Опа! Господи, боже мой! И сейчас мы откроем дверь. Давай на пузырик. Опа! Ху-ху! Найс! Господи. Е-е-е! Так. В лесу царила тишина, возникшая из пепла. Где мы? Что мы? А! Какой-то звук странный, как будто кто-то кого-то зовет. Мы нашли някушку мою. Нам надо спрятаться. Сейчас у нас будет сражение, что ли? Это вот эта вот злая какая-то кура, птица непонятная. Как это горгулья, не горгулья. Страшно, вырубай. Видите, как страшно, маленькая моя девочка. Она сколько сидела вот в этом. А как ты хочешь, малышка моя, чтобы я летала на тебе? Да ты моя сладкая. Тепло угасло, его сияние померкло. Пропавшая подруга, задание обновлено. Покиньте тихий лес. Да, Ребзи, это вторая часть. Ори, это вторая часть. Так, но мы должны, по всей видимости, идти сюда. Нажмите и удерживайте Shift, находясь в воздухе, чтобы парить. Ничего не поняла про Shift. Ой. А как? Нажмите R. Ой, ёптыть! Удерживайте Shift, блядь. Вот. Куда-то мы вверх поднялись. Ух. Страшно, вырубай. А там штуки какие-то были. Нам, наверное, надо было... Так, тут энергия. Да мне как-то страшно, непривычно на сове. Вон какая-то крокозябра непонятная. Ой. А, вон она, вон она, вон она. Ах ты ж, ёптыть. Так, надо приноровиться. Надо приноровиться. Ах ты ж, жопа. Ой, вон там. Вы видели? Вы видели вон там? Ах ты ж, блядь. Да, фырки, фырки. Приготовленная курица. Ай, ёптыть. Блин, я почему не могу махнуть еще раз, чтобы забрать ту энергию? Не энергию, вернее, а... И вот эту я хочу. Ой, я стрелять могу. Жизни собирать и всякие... Няки-вкусняки.
Я не могу. У меня не получается. Ну, значит, и хер с ней. И не можешь срать, не мучай жопу. О, обезьяна. Нажмите Е, чтобы поговорить. Своим сиянием ты нарушаешь тишину, дух. Глупо, она слышит и видит. А тебя, да, тебя увидеть легко, потому что я сияю, да. Мы подчиняемся тишине, а остальные, ах, им не выбраться. Надо приноровиться и приловчиться мне. Так, а тут мы, значит, должны вставлять каменные ключи, ёпта. А с каменными ключами у нас все плохо, по всей видимости, ребят. А, держите. Это что тут за жопа? Непонятно. Так, у нас есть каменный ключ. Один. А второй у нас был там. И как нам? Как-то нам надо... Блин, а... Вы поняли, да, Ревзи? У нас там каменный ключ. Блять. Вон там, вы видели? Как-то нам надо... Почему ты... Вон туда нам надо как-то... Понимаете? Вы понимаете, ребят, куда нам надо? Она может махнуть только 3 раза. Так. Ну, фыр. Так, ладно, я этот сосуд с энергией взяла. Мне надо каменный ключ. Зачем мне каменный ключ? Чтобы открыть врата. Хранитель деревьев. Найдите того, кто разбирается. А вот этот разбирается в чем-нибудь? Ни в чем он не разбирается. Вся семья в сборе. Мы никого не собрали. Вот тут просто двери надо открыть. Понимаете? Надо двери открыть. Либо что? Либо нам надо идти по основной ветке. А где у нас основная ветка? Ты мне, я тебе. Это не то пальто. Благоустройство полей, озеленение полей. Срань. А где наша основная ветка? Немного отваги. Ну, я нашла маленькую ку свою. Что мне дальше-то делать, ёптать? Вот она, пропавшая подруга. Ну вот, и что мы делаем? Покиньте тихий лес. А, нам надо покинуть тихий лес. Все понятно. Все понятно. Я могу тупить, умею, практикую, да. Но мне бы хотелось, конечно, заполучить вон ту штуку. Может быть, я смогу? Раз, два, не смогу. Не смогу. Ну и хрен с тобой, Ванюша. Значит, нам надо... Единственное, что остается оттуда водрапать. Как только я говорю, что я не смогу, и я сейчас пойду в другом направлении, у меня получается. Что это за такое? Что это вообще за такое, ребята? Как это так? Как это так вообще понимать? Круто. Круто, Ревзи, мне нравится. Исход этого всего. Опа! Она молчание берегла. И что-то там. Тра-та-та-та. Сейчас, мне кажется, блядь, будет... Жопа у меня гореть. Скоро. А мне надо еще! Мне надо не 2! Мне надо 4! А где их 4 взять?
Обосраться. Где же я возьму? А тут что вообще за жопа такая? Где я возьму-то столько ключей каменных? Ребята, это вообще какая-то... Нечестно. Иди сюда. Иди сюда, бабайка. Ля, нифига себе. Так, а у нас, Ребзи, а у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, но есть из миски, не хотят. Так. Так. Давайте-ка мы с вами что сделаем? Вот сюда надо, стрельни сюда. Это я взяла руду. Это я взяла руду, ребята. Это же я не ключ взяла. Не ключ. Ой. Так, что у нас тут? Что мы имеем? Тут ничего не сломать, да? Тут ничего не сломать. Влад, блин. Капец. Так, я хочу, ребята, найти... Как же мне найти последний, четвертый? Как-то его надо найти. Но у меня сейчас три. У меня же три. Ну-ка, если у нас... О, нашла! Радостью такой я поделюсь с тобой. Сумасшедшая баба. Три-четыре. Три-четыре. Раз-два. Ква-ква. Ква-ква. Все, я начинаю вспоминать все песенки с детства. Кошмар. Так, у нас хоть чуть-чуть... Да, хоть чуть-чуть у нас делается, да. По факту сказала же. По факту. Все по факту. Так. Ля. Так. Вон там нам надо. Ля, на совушке это классно, Ребзи, вот это все дело собирать. На совушке это очень все удобно. Вон там как-то жопа вот эта вот. А, ах ты ж, ёптать. Лети, 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 лепесток через запад, на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Там надо как-то... О! Ки, давайте поговорим с Ки. Тишина шепчет о тебе. Да, шепчет. Ах, какой смелый дух бродит по ее лесу. Как тебе камни, холодные статуи путешественников прошлого? Они тоже были смелыми. Хоть меня запугивать. И так страшно, ёптать. Как мы тут пройдем? Как мы тут пройдем? Непонятно, как мы тут пройдем. Мне кажется, надо вот эту вот жопу убить. А как ее убить? Она не убивается. Об нее только я убиваюсь. А, вот так! Ох! Ёптать, блядь! Ой, дурочка! Ой, дурочка, я же умею стрелять! Ёптать! А вот это вот, ты же мне дашь что-нибудь? Нет, не дашь? Ну и хрен с тобой, Ванюша. Так, мы уже поговорили с тобой, да. Все, я все поняла. Так, давайте переведем дух. Переведем дух. Нет, ребята, я не графический дизайнер. Нет, я сервис-инженер технической поддержки. Я программист. Я как бы... Блядь. Я убийца совы.
Так, иди сюда, жопка. Иди сюда. Ах, маленькая моя ку. Маленькая моя ку, прости. Нам надо тут как-то разэтовать. Нам сюда надо вот эту вот страшную жопу. А тут еще будет у нас одна из таких страшных жоп. Вот она еще есть. Иди сюда. Иди сюда, страшная жопа. Получено. А, ход зарабатывания достижения. Бюро находок. 20 из 100. Так, а там у нас... Ребзи, там у нас... Тут, наверное, ничего нету вкусненького. Хорошо. Надо потихонечку, потихонечку, помаленечку. По копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу. С утра на работу. Так. Блядь, как тут... Как тут жутко. Жутко страшно. Холодно и страшно маленькой макаке. Ребят, я все подряд собираю, а? Какой кошмар. Так, 50% выбраться из тихого леса. 50%. Я бабища. Конечно, бабища, блять. А как иначе? Волк! Это наш волк! Это наш волк, Ребзи. Это волк, которого мы победили. Надо взять вот это, оп. Ах ты ж, ёптыть! Ай-яй-яй-яй! Смерть! Ждите. Что это за точка такая? Ну, Кузька, давайте-ка. Мы великие исследователи! Нам надо так, чтобы у нас... Вот так. Ай, прости, прости! Ах ты ж, ёб твою ж мать! Аррр! Надо по пузырикам, аккуратненько по пузырикам. Зырики, пузырики. Давай. А, я же, подождите. Ай, фыр, вся фигня, давай по новой. Пиу. Давай. Давай пузырик. Да блин, я промазываю по пузырику, Ребзи. Ах, теперь все, пиздец, поздно. Я не знаю, что в первой части было. Я не играла в первую часть. Так, все, фигня, давай по новой. Надо вот эту взять штуку. Так. Прости. Да ёб твою ж мать! Аррррр. Жопа. Ну-ка, а что тут можно... Что у совы есть? Ничего. Только перо и все. Когда я на сове, я могу только стрелять, либо летать. Да фыр! У меня получится это сделать? Сейчас я только опять скажу, нет, я не смогу, у меня не получится, жизнь, боль, все тлен. Так. Сейчас, надо там как-то аккуратно. Там как-то аккуратно надо. Вот это все дело. Ай. Да фыр, ёптыть. У нас сохраняшка тут прошла. Мы взяли вот этот кусочек. Уже игра сжалилась просто надо мной. Ай, ударилась.
просто какое-то самоубийство непонятное. Мать совенка была финал-боссом. Мать совенка. Она была убивца. Сейчас окажется, что я сюда как бы просто иду, и тут ничего не зацикливается, и мне надо как-нибудь вот так вот выходить обратно нахрен отсюда. Во. Ну срань вонючая, срань, срань. И что я тут могу сделать? Я не подлетаю настолько высоко, чтобы забраться. Так, ладно, хорошо. Хорошо. Потерпи. Потерпи, маленькая ку. Срань вонючая. Господи, как же это потно, а? Арррр. Арррр. Убил мать, потом оседлал ребенка. Жестко. Ой, слушайте, а тут у нас крылья. Это вот эта вот бабайка у нас летает. А вот это застывшая. Какой кошмар. И музыка такая еще ребзи, угнетающая прям. Прям угнетающая. Так, я сюда сейчас на... куда-то наверх там. Перо! Перо, ребята! Дом был близок, но недосягаем. Она меня видит, да? А что у нас тут? Я от нее прячусь. Я от нее прячусь, вообще интересно, ребзи, нет? Надо аккуратно не задевать вот эти вот. Она за мной. Жутики какие, а? А мне как? А мне как теперь? Она недовольная. Она очень недовольная. Она за мной смотрит. Кошмарит меня, жопа драная. Так, тут мы можем сделать, активировать колодец. Игра сохранена. Ох, господи, отлично. Я очень рада, что игра сохранена. А я могу перемещаться? А мне смысл перемещаться? Мне, наверное, надо же что-то все сделать. У-у-у-у-у. Мне же, наверное, надо отсюда нормально выбраться. Так, а там что? Так, а тут у нас... Блин. Дерево упадет? Нет, не упадет. Ладно, идем туда. Господи, какая музыка-то! Перышко, перышко, наше перышко, пожалуйста!
Бери перышко, бери. Ну срань вонючая. Ну детки, 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 конфетки, разбегайтесь. Да ты ёб твою же, тебя дивизию мать. Я тут не могу управлять. Не-не, не надо, не надо. Фу, не надо. Не надо маленькую мою трогать. Да ты куда, ты же маленькая. Нет, нет, нет. Вставай. Вставай. Чё ты так долго? Где наша малышка? Ты ничего не можешь, не прыгать, ничего не можешь, только идти. Ну, зовёшь, да. Зовёшь малышку. Всё, теперь ты можешь прыгать. Где наша ку? Ребята, вы... Вы поняли вообще, что происходит? Где наша маленькая совушка? Тут ничего нету. Моя малышка! Вставай, солнышко. Проснись. Ушки поджал, зайка. Пёрышко лежит. Мойки-мойки повылазили. Может, они мне помогут? Может, сейчас тот огонек этот в нее вселится, нет? И она очнется. Ну, зайка спит. У нее постельный режим. Но она хотя бы не умерла. Тайфун Шоу, ты пришел. Ты молодец. Привет. Да, очень грустно. Но она дышит, ребят. Она не умерла. Она дышит. Ее можно спасти, наверное. Давай, очнись, проснись. Вот, огонек, огонек. Я говорила, огонек нас спасет сейчас. Сейчас он ее оживит. Ну давай, сделай доброе дело. Все зацвело, блин, а сразу зацвело, блин. Стоит только моей маленькой совенке ступить, блин, на тропу смерти, все сразу засияло, ёптать. Ну давай уже, разродись, ёптать, огонек. Я должна за ним идти. О, лягушка, лягушка. Давай, помоги мне, лягушка, я тебе помогла, я вашу мельницу спасла. Ну, в смысле, тебе очень жаль. Голос леса сделал для нее, что мог, но свет его слаб. Эти темные времена принесли много страданий, особенно самым маленьким созданием. Ну да, мою курочку жалко. Мне что делать-то теперь? Надо как-то
моей курочке силы восстановить. Слина. Когда Ивы не стало, свет разбился на части. Сколько? 5? Духов не стало, и в наш мир пришел упадок. Я уже была на мельнице. От былого света остались лишь тусклые огоньки, да и те разлетелись. Брошенные на произвол судьбы, они вскоре угаснут навек, это лишь вопрос времени. Но Моки помогли мне разузнать, где они упали. Хорошо, мы знаем, где упали осколки. Сейчас мы, наверное, пойдем собирать осколки. Память леса скована морозом на севере. Это где медведь, наверное, валяется. Где медведь своей жопой заткнул там проход. Его глаза сокрыты во тьме на юге. Его сила погрузилась в воду на западе. Это от мельницы, где там у нас. Его сердце погребено в зыбучих песках на востоке. А его голос стал твоим спутником. А! 5-й, мой огонек. Только этим огонькам под силу справиться с приключившейся бедой. Слишком долго я прятался в своей лощине. Ты пойдешь мне помогать, что ли, лягушка? Я тоже отправлюсь на поиски. Прощай, дитя. Мы с Моки постараемся во всем. Помогать, короче, они мне будут. Тазик с оливьешкой. Возьми, Ори. Тебя унесет далеко-далеко. А, перышко. А мы останемся и присмотрим за твоей подругой. А, пирог Ура. Вы освоили новое умение. Нажмите Shift, находясь в воздухе, чтобы парить или перемещаться по воздушным потокам. Хорошо, у нас новое умение. Карта здесь недоступна. Так. А что у нас? Что у нас тут? А нам сюда вообще надо или не надо? У нас карта здесь недоступна, да? Тут у нас должна лежать наша малышка. Вот она, девонька моя. Нам жалко и грустно. Еще нам грустно того, что с нами нет Кволка, но он помогать пошел. А то, что ты помогаешь, нам не грустно, но тревожно. Они тревожатся за меня. Так, мне надо умение переназначить. Клинок духа. Вот так, клинок духа. Дуга духов, мы выпускаем световую стрелу. Почему у меня все поулетало? Турель. Турель на R. Взмах. Восстановление. Подождите, я ничего не поняла. Так, здесь карта доступна у нас? Так, да, здесь карта доступна. Блуждающие огоньки. Осталось найти... 3 огонька осталось найти? Почему 3? Так. Ну, значит, вот тут, блин, а вот тут штуку надо взять как-то. Фырки-фырки. Фырки-фырки. И тут... А, нам надо найти кого-то, кто дерево нам взрастит. Может быть, вот эта бабайка нам дерево взрастит? Давайте туда сходим, а? Так. Постой, паровоз. Не стучите колеса. Так, мы там все забрали. Так, присоси меня. Так, тут можно просто шмякнуться. Опа. Не плюйтесь в меня. А, здрасте, здрасте. Я тебя сейчас покараю, вонючий. Вонючий, сумасшедший. Бешеный богомол. Так, хорошо. Да иди ты нахрен. Мне вообще не до тебя, вот далеко не до тебя. Так,
Нажмите Е, чтобы поговорить с Моки. Привет. Сказал, что-то сказал. Так, нет, подождите, а... Так, все, мы поднимемся сейчас вверх. Ах! Так, все, фигня, давай по новой. Ай, ёптыть. Так, а там у нас что? Так, мы аккуратно стоим на лапке. Так. Плюющаяся бабайка. Иди нахрен. Так, вот, мы пришли сюда. Мы вернулись. Так, здравствуй, ты должно быть тот самый дух. Приветствую. Так, тра-та-та-ра-та-та-та. А, там у нас суп из болотных моллюсков. Я очень рада, что у нас суп из болотных моллюсков. Давайте вот к этой бабайке придем. Поговорить. Слушай, насчет этой ветки, унеси ее отсюда подальше. В смысле, блядь? Возьми ее с собой. Это уже не древесина, а камень. В смысле не исцелить? Ну, пожалуйста! Куда ее, блядь, унеси-то? В смысле, блин, унеси? Сообщите хранителю деревьев грустную новость. Я могу телепортнуться сюда и сказать ему: сорян, чувак. Ну и в рот тебе компот. Помощник, ёптать. Жопа драная. Друг еще называется. Ну-ка, иногда я брожу туда-сюда. Где-то очень красиво, у Святых Озер. Их можно увидеть, если залезть на большое колесо за родником. Если забраться на самый верх и оттуда двинуться к западу, вскоре окажешься у Светлых Озер. Хорошо. Мне потом туда надо будет. Так, мне сейчас надо поговорить с этим великим мистером-ремонтником. Так, нам с тобой надо побазарить? Нам с тобой надо побазарить, нет? Я слышал, что стала с твоей подругой. Мне очень жаль, жаль твою подругу и ту, что ее ранила. Отвратительно, когда сильный обижает слабых, да? Но огоньки воссоединяются, хоть это и обнадеживает. Что-то должно избавить нас от мрака, пыли и песка. Может, этим чем-то станешь ты? Вполне возможно, да. Так, надо сохраниться. Надо сохраниться. Так, сейчас мы будем, что-то, наверное, с ним мастерить. Да, да, сейчас они мне будут все давить на больное. Нынче все идет не так. Надеюсь, она поправится, когда свет вновь станет целым. Ну хорошо, потом ветер и песок сравняли все с землей. Если пойдешь туда, береги себя. Тяжелое это место. Так, дом предков, новый слух. Нажмите таб, чтобы что-то там. Ты мне ремонтировать будешь? А, у меня всего 4. Я ничего не смогу отремонтировать. Не надо ничего, да, мне. Мне ничего не надо от тебя. У меня тут огонек должен быть. Так, давайте-ка я... А что я? А что я? Надо, короче, ребята... Надо действовать и выполнять дальше задание, собирать огоньки. Вот сюда надо идти, да? Так, а у меня тут есть переместиться сюда, потом спуститься тут, тут взять вот эту вкусняшку. Или вот так пройтись, взять вкусняшку. А вообще надо мне еще вот сюда. А, нифига себе, мне надо карту найти, чтобы туда, наверное, как бы... проковыриваться, скажем так. Вот сюда. Фу-фу-фу, господи. Какой этот мир-то большой все-таки, ребят, на самом-то деле. Мир огромный. Огромный очень. А куда делась вот эта вот жопка, которая меня кошмарила-кошмарила и мою маленькую кублин обидела? Жопа драная. Я хочу, если переместиться сюда. Если я хочу сюда переместиться... А, я должна сесть, наверное, в этот. Да, двоечка перенестись. Кайф утром минус 40.
Охренеть, как холодно. Охренеть, как холодно. Так. Я перемещусь, нет? Да, я перемещусь. Везде мне надо? Везде мне надо, все мне интересно. Да, мне все интересно, мне надо везде. Абсолютно. Так, сейчас я туда доберусь, вот к этой бабайке, и скажу: сорян, бабайка, у нас с тобой ничего не выйдет. Вернее, у тебя ничего не выйдет. Пизда твоему дереву. А теперь ночь темна, а деревьев у меня не осталось. А, он мне даст семя. Семя дерева. Я нашла новый предмет для задания. Побочное задание выполнено. Сообщите хранителю деревьев. Мы сообщили. Теперь мы можем отсюда нахрен сдавать. Так, погодите, мне надо найти... А что у меня тут? Что-то у меня тут есть. А как мне это сделать? Листики тут. Тут листики. Вы понимаете, о чем я? Если я сделаю вот так. А, вот. Вкусняшку беру. Вкусняшку беру. Вот тут вот, блин, а. Эти моки-шмоки, мормоки. Нажмите Е. А, вот он, домик. Это же домик. Открыть дверь. Нажмите, чтобы войти. Давай, входим. Ля, я нашла. Минус 46, Лёша, господи. Ты под пледиком. Было минус 48, матерь божья. Господи, боже ж ты мой, как холодно-то, а? Что ж у вас так холодно-то? Ой, смотрите, тут какая-то игрушка. Они окаменели, как и сам лес. Смотрите, они стали камушками. Блин, как жалко-то, а? Игрушка. Окаменевшая кукла. Вы нашли новый предмет для задания. Эту серую окаменевшую куклу кто-то когда-то очень любил. Мы, значит, наверное, должны отнести тому Мойке. Блин, он, наверное, очень расстроится. Я не люблю приносить плохие вести. Блин. Как жалко. А теперь мне надо как-то вон там, вон туда попасть. Я хочу, потому что вот эту штучку очень сильно. Блин, очень обидно. Очень досадно. Хочу вон ту штучку. Блин, такая музыка грустная, ребят. О! Это вонючка какая-то. Ой, я летаю. Блин, а. Нифига себе у него. Блин, а как мне туда попасть? Мне нужно вон те штуки собирать. Я хочу попасть вон туда. Хера себе у него. Прям ядреным каким-то этим. Он в меня плюет. Ой, жопа драная. Так, ладно, как мне отсюда выйти? Я хочу в портал. Я хочу, ребзи, в портал. Я вот эту... Ой, ёптыть! Упала! Ха-ха! Рататашит на меня. Нихера себе он какой. Злой-то какой, а? Фыр! Мне вот сейчас, бляха-муха, возвращаться. Ой, рано, Катя. Тува. Дети зайка. Тыщ.
Давай. Пум. Так, теперь что? Вот-вот, ау! Вот эти вот очень там злые штуки. Вот смотрите, что, блин, вот этот злой Бабайкинс. Ах ты ж, ёптыть. Да ёб твою ж мать! Все, начинает жопка гореть. Родилась вот эта жопа. Вот это сейчас будет срань плеваться в меня. Мне вот он... Почему я не зацепляюсь? Почему я не зацепляюсь? Неужели там скользко? Так. Отлично. Так, нам сюда? Да, нам сюда. Так, хорошо. Где наш этот? Блин, все, я не пойду ту руду забирать. В жопу эту руду. Больше нервов истрачу. Все, мы сейчас сделаем сохраниться. И переместимся к тому Моке. И скажем, что, блин, Маканыч, Саряныч. Где наш зайка? Вот тут наш зайка. Сюда мы перемещаемся. Давай, мы сможем? Я смогу переместиться, нет? А? Пожалуйста. Двоечка, переместиться. Вот. Все, смогу. Блин, Золотеку нравится мое ня, злое, маленькое злое ня от Екатерины Пряниковой. Обязательно надо будет в какую-нибудь нарезку на переход это делать. Так, извини, дед, у меня ничего нет тебе. У меня есть только что-то... Так, тебе есть что-нибудь дать? А ты пауков боишься? Пауков? Зачем пауки? Говорят, пауки водятся в заросших недрах. Хорошо, что их оттуда не выпускает каменный хранитель. Блять, я очень рада, что у меня еще тут будут пауки, блин. Вот этого мне не хватало. Как там в тихом лесу моя семья? Это кукла моего ребенка? Нифига, я думала, это его кукла. Но она окаменела. Нет, мне пора домой. Да куда тебе домой-то, ты дурак? Какой домой-то? Расскажите печальную новость папе Моке. Мы рассказали. А что у тебя в домике есть? Кто в теремочке живет? О, у них тут энергия. Нифига себе, прикиньте. Крутяк. Крутяк. Блин, он ушел. Он ушел из домика. Завтра на работу, да. Так, Чингисхан вспомнил, как первую часть проходил. Там у меня кнопка вверх не работала в клаве. Ой, была боль. Через пробел все делал. Да? Это было очень больно. У тебя жопка горела. Так, что у тебя есть? Мне Моки шепнут о твоей... А, мне покупатели шепчут о твоей подруге. Говорят, что ты пытаешься ее спасти. Да, пытаюсь. Когда-то и у меня была подруга, потом остались лишь сверкающие осколки. Твоя сила восхищает, и я запомню, как тебя зовут. Ори. Хорошо. Приобрести что-нибудь новое. Ну-ка, осколки. Так, вот это у меня есть. Обмен. Сверхзаряд. Сбор энергии. Да в пень. В пень вот это все. А улучшить? Улучшить. Подожди. А если улучшить? Хорошо. Давай. Давай поговорим. Улучшение. Улучшение, мать твою. Магнит. Вы притягиваете сферы с большего расстояния. Колючка наносит больше удара. Не надо нам безрассудства. А, притяжение. У меня получается только магнит. Как бы я с огромного расстояния буду. Ну как бы хер ли мне? Можно тратить. Можно тратить. У меня вон их сколько? 3700. У меня их 3700. Искусство боя.
дополнительный урон можно нанести. Больше урон летающим врагам. Одну дополнительную ячейку жизни. Блин, а почему я не это? Ячейки жизни-то это, конечно, круто. Сколько будет длиться стрим? Да я думаю, что мы сейчас закончим. По-хорошему, нам надо заканчивать. Потому что, на самом деле, завтра на работу. Благодарю за финансовую поддержку. Я тебе тоже, как бы, очень благодарна за то, что ты мне помогла. Так, что у нас? У нас вот тут вот есть вкусняшка. У нас вот тут есть вкусняшка. Так, ладно, ребята. Ладно, ребята. По-хорошему, нам на самом деле нужно сходить сохраниться. Сходить сохраниться надо в колодце. Чпуньк, игра сохранена. И надо закругляться, ребятки. Надо закругляться, потому что гладиолус. Потому что гладиолус. Все, у нас есть сохраненка. У нас все есть. У нас все хорошо. Мы можем все закрывать и сворачивать. Ах, ребятки, на самом деле очень эмоциональная такая игрушка. Прям пробирающая. Прям классно. На самом деле классно. Чуть не разрыдалась. Чуть не разрыдалась. Еще чуть-чуть, и я бы заплакала. Из моих глаз полились бы слезинки. Ладно, ребзи. Я думаю, если что, может быть, мы завтра продолжим это все веселье. Да, я думаю, продолжим. Дневной стрим, наверное, делать не будем, потому что меня с работы тревожит все равно. И я отвлекаюсь, начинаю нервничать и пытаться сделать все одновременно. А это делать не нужно. Нужно заниматься чем-то одним. Либо играть, либо работать. Поэтому завтра сначала я решаю все свои рабочие дела, а потом мы делаем стрим. Завтра нет, завтра не в офис, слава богу. Завтра я не в офис. Но, тем не менее, сегодня меня подняли в 7 утра, за час до работы. Yes, Zolotek, yes. Thank you very much, my friend, thank you. За то, что были со мной, блин. За то, что сидели, за то, что... Получайте со мной эти прекрасные эмоции от этой безумно красивой игрушки. Обязательно, ребят, кто решился ее проходить, я рекомендую. Проходите. Правда, проходите. Ну, единственное, правда, на самом деле, только после того, как я все ее пройду. Вы потом будете пересматривать мои стримы и... О, тут надо вот так идти, а тут надо вот так, а тут вот так делать. А потом такие... Катя, а как ты там делал? Как ты там прыгала? Как ты там... Что ты там брала? Какие ты там умения брала? Ладно, ребзи. Как я говорю, долгие прощания, лишние слезы. Чмоки-чмоки в обе щеки всем. Всех люблю, целую, себя больше всех. Все, ребятки, до встречи на просторах интернета. Пока-пока. До завтра.